Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. А если вы не можете помочь материально, то можете просматривать до конца рекламу и в конце видео ставить лайки. Всем спасибо. Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня у нас в Кузбассе, кстати, поздравляю всех кузбассовцев с Днем Шахтера. И в плане мероприятий будут какие-то собачьи выступления в плане в парке «Орбита». Ну, вы сами понимаете прекрасно, что такое пропустить я не могу. И сейчас мы с вами отправимся на эти мероприятия. Какие точно, я не знаю, но я точно знаю, что будут служебные породы собак. А что там будет, ну, мы с вами посмотрим вместе. Вот видели, сейчас санкционированное, несанкционированное движение, и собака атаковала. Вот оно, состояние агрессии, состояние охоты, переход в ожидание. Вот это искусство проводника на самом деле, как добиться такого результата. Люда этим результатом добивается этого результата очень хорошо. Очень хороший кинолог, я ее знаю достаточно давно. Ну вот сейчас будет охрана, насколько я понимаю, как и говорил Сергей, какого-то предмета. Это не важно, что это будет. Портфель, тазик, велосипед, сумка какая-то, ноутбук. То есть вот она, собака, видите, она вообще конкретно под себя подгребла. Сейчас фигурант ходит вокруг предмета. Раздражительные какие-то движения вокруг собаки он делает. Собака не реагирует, потому что как бы фигурант не покушается пока на предмет. Вот он ее отзывает. Собака дает понять о том, что все-таки она... Ты, дружок, лучше не лезь сюда. Вот он сделал несанкционированное движение, то есть шаг в сторону тазика. Собака до этого обозначала зону вокруг этого предмета. Вот, пожалуйста, вам проводник отозвал собаку и обратно к вещи ее переключил. Вот опять движение было. Собака эту... Фигурант пересек зону контроля. Вот опять идет команда «Вещь». Собака встала на охрану «Вещи». Идет проводник и забирает. Вот смотрите, «Вещь» у собаки, она ассоциирует вот эту вещь не то, что там просто, что ее охранять нужно, а что это вещь хозяина. И что он обязательно должен вернуться за этой вещью. Вот это вот и есть мотивация собаки. То есть вот она вещь, это вещь хозяина, и хозяин обязательно придет. Эту вещь нужно сохранить. Вот так вот думает животное. Ну, молодец, Люда.